До студії нового дня завітали гості Денис Сергєєв, виконавчий директор проєкту Бітрут Академі, та Андреас Флотстром, засновник компанії Бітрут та проєкту Бітрут Академі. Вітаємо вас у нашій студії. Вже вчора проходила прес-конференція з вашого проєкту Бітрут Академі. Сьогодні хотілося б розказати нашим телеглядачам, в чому полягає його основна ідея і чому завітали з цим проєктом до України. Добре, добре утро. Да, мені звати Андреас, я почався один із основателів компанії Bitrut. Ми вже в Україні 5 років, і ми являємося і IT-консалтинг компанія, і образовательний проєкт. Спочатку це були імена веб-розробка, мобільна розробка, працюємо з клієнтами в 20 різних стран. Ну, в 2014 році, во время кризи, ми вирішили, що ми хочемо делать что-то, которое помогает развивать страну, и начали заниматься именно IT-курсов. Это, получается, практические курсы, которые дают основу знаний, чтобы стать уж профессиональным разработчиком. Сначала мы начали в Полтаве, и уже сейчас 3 года после начала курса мы работаем, сейчас открыто Николаев, будет 9 городов. Знаючи про ваш досвід роботи, про результати роботи вашого проєкту, знаємо, що усі учасники і випускники проєкту Bitrut можуть одразу знайти роботу, одразу знаходять собі кваліфіковану професію. Хотілося б дізнатися, у чому секрет успіху, що ваші учні, ваші студенти одразу стають успішними? Хороший вопрос. Спасибо большое. Сама наша программа с самого начала задумывалась именно как программа, которая позволяет развиваться и становиться IT-специалистами. Для этого мы разработали, ну, уже много лет работаем над этим курсом и много вносили изменений, пока не достигли вот такого хорошего результата. Наши курсы 4-месячные. Это наиболее оптимальное время для того, чтобы и получить знания, получить навыки и максимально, скажем так, погрузиться в этот процесс. Все наши курсы, они сопровождаются не только знанием технических каких-то навыков и умений, но и дополнительно мы даем английский язык, курс карьерного консультирования. Вот именно курс карьерного консультирования направлен на то, чтобы человек полностью был готов к тому, чтобы прийти на работу, пройти собеседование. У него по результату нашего курса существует свое резюме, портфолио. Он уже имеет навыки прохождения собеседования и может легко устраиваться на работу. Не можемо не запитати про логотип вашого проекту. Досить цікавий, досить веселий. Чому саме він? Ну, собственно, это, как вы видите, буряк. И мы, как шведы, когда мы приехали сюда в Украину, мы хотели название компании, которое было связано с Украиной и который был, скажем, живой, с которым можно строить культуру и приколы вокруг. Можно там «Буряк не дурак» или какие-то подробные шутки. Много можно придумать. Как-то так. Хотілося б тепер також дізнатися про учасників вашого проєкту, про ваших майбутніх студентів, тому що про досвід вашої роботи ми вже розказали, а ось миколаївські айтішники також тільки будуть намагатися з вами працювати. Як взагалі стати вашим студентом? Що необхідно пройти і який багаж знань необхідно мати? Все предельно просто. Как таковых особенных критериев у нас не существует. У нас нет ограничений по возрасту, нет ограничений там, по знаниям. Мы работаем абсолютно со всеми. Даже если у человека абсолютно нет какого-либо IT-опыта, наш курс достаточен для того, чтобы стать джуниор-специалистом при соблюдении 2 моментов. Первый момент – это фантастическое желание добиться результата. И второе – это достаточное время. Наш курс тяжел в плане времени. Наш студент должен учиться от 2 часов в день. И тогда будет очень хороший результат однозначно. А ось для того, щоб спланувати зараз свій час, як будуть проходити заняття, чи є вже якийсь попередній графік, щоб вони могли знати, скільки часу необхідно буде використовувати від, можливо, навчання в університеті, від своєї роботи? Понимаю, что большая часть наших студентов – это либо люди, которые работают где-то в компаниях, либо являются студентами. Наши курсы вечерние. Потому что они спокойно могут совмещать без каких-то особых проблем. Это будет, скорее всего, 3 занятия в неделю – это основной курс. Там, ну, к примеру, понедельник, среда и 1 выходной. И еще 1 день недели – это будет курс английского и карьерного консультирования. А ось для того, щоб стати вашим студентом, чи буде якесь попереднє екзаменування? Однозначно буде. Ми дуже серйозно підходимо до відбору наших студентів. На даний момент в середньому по Україні у нас конкурс десь 3 чоловіка на місце.
И мы отбираем наших студентов следующим путем. Первое, это, понятно, регистрация, где человек изъявляет свое желание, оставляет свои контактные данные, после чего мы с ним связываемся, предлагаем ему пройти тестирование. Тестирование довольно-таки тоже серьезное, порядка 90 вопросов. Но не стоит этого пугаться. Это сделано для того, чтобы мы просто понимали входящий уровень знаний, понимали, насколько человек знает английский язык и насколько у него развита логика. После прохождения тестирования всех наших студентов потенциальных мы приглашаем на собеседование, где даем консультацию. То есть это как бы мы присматриваемся к человеку и консультируем его. Консультируем в том плане, на какой курс ему стоит пойти, а у нас их 4. Консультируем в том плане, как он может развиваться дальше, потому что у них в основном есть эти вопросы, а что делать дальше после курсов. Ну и, соответственно, мы принимаем решение, да, он может у нас учиться, у него есть вот эти вот ряд, скажем так, характеристик для того, чтобы успешным стать выпускником или нет. Хотілося б також дізнатися, чим саме ваші курси відрізняються від інших комп'ютерних та IT-курсів у нашому місті, тому що їх також у нас багато, і чим ви можете зацікавити, в чому ваша родзинка? Можете. Окей. Опять же, основное наше преимущество то, что мы готовим к реальной карьере в IT. То есть сразу после наших курсов наши выпускники приходят и работают. Работают кто-то в компании Bitrut, кто-то в других компаниях, и это не является проблемой. А чи є від вас допомога для того, щоб влаштуватися на роботу? Однозначно. В рамках карьерного консультирования мы проводим встречи с работодателями. Перед этим, соответственно, у нас мы уже обошли все IT-компании города, уже более-менее выстроили какие-то партнерские отношения. В других городах у нас есть стипендиальные программы. То есть мы максимально заточены на то, чтобы наши выпускники сразу после курсов шли работать. Зараз хотілося б від вас дізнатися, як взагалі працювати з українцями і чи є у нас дійсно кваліфіковані працівники, з якими хочеться і дійсно приємно працювати, яких приємно навчати? На русском, извините, можно? Насколько вам интересно работать с украинскими студентами, насколько приятно с ними работать и насколько их легко учить? Ну, вообще очень хорошо, на самом деле. Мы здесь, изначально, когда мы переехали, это было такое экспериментальное время, и сейчас уже прошло 5 лет, так что, собственно, мы решили здесь остаться, и главная причина этого – это то, что мы видим в Украине огромный потенциал и реализуем этот потенциал каждый день между талантливыми людьми, с которыми мы работаем. Да, это вот. Ваш проект також працює на соціальних проєктах. Хотілося б про це детальніше. Я можу розказати. Ну, получається, що у нас є компанія Bitrut, яка займається консалтингом. Да? Це комерційна компанія, скажу, теж є своєю как бы, соціальною цілею. Іменно академія, він, получається, неприбильний проєкт, який цель – це, в принципі, помочь строить сильний середній клас з помощью людей трудоустройства в IT. Почему? Потому что IT как профессия сейчас в Украине, это, в принципе, самая развивающая профессия, и это является, естественно, это экономические факторы, ты работаешь на глобальный рынок, плюс этот вот международный связь дает определенные навыки. Что я хотел сказать? Насколько приятно работать с украинскими студентами. Ну, приятно. Не, на самом деле уровень знаний наших вузов, скажем так, базовый какой-то дается очень неплохой, да. Плюс наши ребята действительно целеустремленные. Вот если хочет, он этого добивается всегда. Поэтому я думаю, проект успешен. Ви навчаєте українських студентів для того, щоб вони стали дійсно IT-спеціалістами, а ось чого ви попередньо навчалися для того, щоб приїхати в Україну і розпочати свій проект? Как мы сюда решили, да. Мы на самом деле, у нас было две шведские пары. Мы учили русский по разным причине. Я в то время еще был студент, так что Bitrut – это моя диплома, собственно. Мы рассматривали очень подробно и Россия, и Беларусь, и Украина, и Молдова. И выбрали Украину, и по принципу объективный параметры, да, потенциал огромный, в сфере растет и так далее. Плюс не меньше важно, это субъективное, то, что мы всегда, когда мы приехали в гости, у нас хорошо встретили, мы чувствовали, что мы можем здесь жить. И, в принципе, за этот 5 лет мы с нуля строили компанию 200 человек.
не родную страну, и видим только светлое будущее в этой сфере. И, в принципе, IT-сфере в Украине, он показатель страны в целом. Да? Потому что мы меньше, за то, что мы не торгуем какие-то физические вещи и так далее, мы тех проблематических вещей, которые есть, бюрократия, коррупция и так далее, это нас меньше касает. И, в принципе, IT-сфера в таком плане показатель, какие потенциалы и в другие сферы, если разобраться с своим реформами. Я думаю, що зацікавили нашого телеглядача, щоб дійсно приєднатися до вашого проєкту, але тепер хотілося б конкретні дати, коли необхідно пройти екзаменування для того, щоб стати вашим студентом. Ну, на даний момент вже відкрита реєстрація, можна заходити на наш сайт academia.bitroot.se, реєструватися, і далі наш локал менеджер буде зв'язуватися і вже вовлікати в процес відбору. И также у нас, да, будет презентация. Да, будет большое открытие, когда мы приглашаем всех, которые интересуются. 90% уверенность, что это будет 20 июня, так что уже можно записывать себе. Ну, лучше регистрироваться на сайте, чтобы видеть там объявление, где это будет и как. Но это будет и информация, и какие-то более прикольные вещи. Дякуємо вам. Дійсно знаємо, що буде весело, буде цікаво, дивлячись на ваш досвід, дивлячись на результати вашої роботи. Сподіваємось, що миколаївські студенти вас не розочарують, що дійсно все буде добре.